Самый важный день в жизни прошел. Надеты кольца на безымянные пальцы. Следующим семейным шагом для молодоженов является свадебное путешествие. Сегодня мы расскажем о 5 самых романтичных местах для проведения медового месяца. Многие молодожены останавливают свой выбор на Карибских островах. Это действительно райское место, где вечер встречает супругов неописуемым по красоте закатом, шелковые песчаные пляжи омываются кристальной водой. Необитаемые острова манят природной первозданностью. 700 островов, которые объединяют Багамы, могут быть незабываемым местом для медового месяца. Следующий пляжный курорт, упоминание которого будет вызывать завистливую дрожь у всех знакомых вам особей женского пола, особенно холостых, это Гавайи. Вот где рай для влюбленных, блаженно нежащихся в бирюзовой бухте под пышными шевелюрами тропических растений. Фантастический вид, захватывающий, идеальная во всех отношениях линия горизонта, усеянного парочками таких же счастливых и погруженных друг в друга людей. Все здесь создано для того, чтобы побывавшие на Гавайских островах молодожены долгие семейные годы вспоминали с теплотой свой ум. Помрачительный отпуск. Еще одно идеальное место для супружеской четы – это пляж Дона Паула, экзотической и модной ныне индийской страны Гоа. Низкие цены, огромное количество приятных шумных ресторанчиков, демократическая обстановка, бесконечный диско-марафон местных клубов. Молодые энергичные люди найдут здесь все для бурного, яркого и, что важно, недорогого медового месяца. Римские свадебные каникулы – это еще один лидирующий по популярности вариант медового месяца. Особая атмосфера, царящая в загадочных переулках древнейших итальянских городов, дружелюбное море, приятный климат и европейский комфорт. Ваш фотоотчет обещает быть живописным. Готовьте удобную обувь и силы для бесконечных пеших прогулок и экскурсий, потому что Рим и его окрестности – это средоточие уникальных памятников античной архитектуры, ставших свидетелями исторических событий мирового значения. Можно претворить в жизнь первую часть знаменитой фразы «Увидеть Париж и умереть», умчавшись от всех забот и проблем в самый романтичный город мира, чтобы бесконечно целоваться под Эйфелевой башней, есть круассаны, запивать их настоящим французским шампанским и играть в прятки в бесконечных коридорах Лувра. Тем более, что в этом городе каждая минута вашего пребывания будет наполнена приключениями. В полдень можно кормить лебедей в парках Монсо и Бют-Шамон или садах Тюльри, а после ужина любоваться закатом на палубе яхты, покачивающейся на волнах Сены. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и отдыхайте вместе с нами. До новых встреч!